Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина. Павел. Сегодня буду я вашим помощником. Не знаю, получится у меня или нет, но я очень надеюсь, не зря же я уже одела этот костюм. Сделать это было крайне тяжело. Можно было сегодня прическу не делать, да? Ну да. Вот. Еще. Ой. Вот, это шейный обтюратор. Говори на понятном для людей языке. Он должен сидеть на шее. Мамочка. Можете меня так близко не снимать, пожалуйста? Ну и теперь, когда я, в принципе, готова, можем начинать? Ну да, можно. Да? Что еще продолжать. Не хватает? Еще не хватает, естественно, баллона со сжатым воздухом, грузов, потому что вы в этом костюме, ну, представляете собой воздушный пузырь. Всплыву? Да. Будете находиться на поверхности. Не, погрузиться не получится без дополнительных грузов. У меня еще есть предзадание от моего коллеги поймать карася. Вот это реально вообще, скажите мне? Нет, более реально поймать его все-таки с удочкой, чем голыми руками. Да? Да. Ну, смотрите, ну мы же сейчас погрузимся под воду. Раз рука, два рука. Нет? Нет, рыба, намного быстрее. Плюс того, что вы будете дышать, вы будете пугать рыбу. В общем, Андрей, я всю рыбу распугаю, извини. No, God, please, no! No! Затягивай. Я боюсь. Вот так. Вы боитесь меня задушить? А сколько учится? Вот. Первоначальное обучение длится 3,5 месяца. Угу. У меня есть 30 минут. Сейчас на вас 30 килограмм. Угу. Теперь вот такая вот маска. Полнолицевая, да? Делаете вдох. Будет небольшой выброс воздуха, не пугайтесь. Потом будете нормально, ровно дышать. О, давайте с ней, пожалуйста, нет, давайте с ней. Вообще некомфортно. Воздух сушит, воздух сухой, да. Потому что он проходит через множество фильтров, специально осушает, чтобы баллоны не ржавели. У меня еще сегодня заложен нос. Заложенным носом погружаться нельзя. Да? Да. Ну вот, смотрите, как вовремя мы это все вышли. Давайте хотя бы просто зайдем в воду. Конечно. Угу. Все нормально, самочувствие? Да. Ощущения. Сам я ездил в толпу. Ну, мне кажется, что у меня мокрые все руки. Это просто холод. Не, ну было не холодно. Давайте говорить прямо, водолаз из меня, конечно, никакой. Ну, для этого, конечно, надо большое обучение проходить. Но для первого раза это очень хорошо. Для первого раза неплохо, да? Да. Ну, во-первых, не паниковали. Это очень много людей начинают паниковать, когда первый раз погружаются. Плюс недостаточно, конечно, время для водного инструктажа, поэтому все было хорошо. Спасибо вам большое, только благодаря тому, что вы были спокойны, я старалась не паниковать, но на самом деле мне было очень страшно. Спасибо вам за этот водный инструктаж. Не обещаю, что я вернусь.